Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфлер Природа Целитель. Мы говорим о здоровье. Нашему проекту требуется, у нас открытые вакансии для единомышленников, для тех, кто в теме, тех, кому нравятся направления и нашей деятельности. Вот клуб Эфлер Природа Целитель, посмотрите на сайте. И ну, кто находит что-то интересное в том, что я делаю, не обязательно полностью со всем вы согласны. Это здорово, что у вас вот свой какой-то подход, и вы вообще просто собираете различную информацию, но вы сами на пути к очищению, либо уже все здорово у вас прошло. И значит, лучше всего, чтобы вы именно прошли и по полной программе все эти ужасы, тогда вы будете очень хорошо понимать, что с людьми, в чем суть их вопросов, какие это вакансии. Значит, во-первых, ну, очень нужен человек или, может быть, группа людей, которые будут оформлять вот ролики, в том числе на канале YouTube, и там заливать их и на другие ресурсы. То есть оформление роликов, ну, по сути, просто сделать хорошую, красивую заставку, может быть, тайминг, ну, такое стандартное, посмотрите, как вот у многих, да. Ничего такого особенного там не нужно, но мне бы не хотелось тратить на это время. И второе, нужно продвигать эти ролики в социальных сетях. И третье, уже вот желательно, чтобы кто-то мог давать какие-то уже ответы на том же канале YouTube, чтобы не я, да, а человек, который вот в теме, ну, какие-то общие вопросы мог просто ответить, что посмотрите такой-то ролик, ваш вопрос передам как бы Андрею Валерьевичу, да. То есть, ну вот, работа по социальным сетям и с каналом YouTube. Здесь не нужны какие-то особенные знания. Сейчас, в принципе, это может уже там десятилетние, я знаю, да, вовсю. Раньше школьники, вот, старшеклассники, а сейчас уже десятилетние могут все это сделать и делают это намного лучше, чем мы, старая гвардия. Но хорошо, чтобы они это делали под нашим присмотром. И следующая вакансия, здесь уже вот нужен программист, либо опять же группа программистов по улучшению нашего сайта, это торговая площадка effler.ru. Сайт построен на OOX Store, и возможно, переедем мы на какую-то другую платформу. И здесь как бы нужно будет еще открывать новый сайт, посвященный больше именно моей деятельности, да, натуропатии, чтобы там можно было и записаться на прием, и как бы вообще понять, в чем состоит услуга к моих консультаций, а возможно, в будущем мы сможем на новой платформе также приглашать других специалистов, да, потому что это сейчас надо учиться работать всем вместе, то есть вы обращаетесь на какую-то платформу, и там разные специалисты. Я совершенно открыт для сотрудничества, и у меня сам свой индивидуальный подход, да, и какие-то свои фишечки. Параллельно человеку, возможно, нужна услуга там больше еще дополнительно, да, кого-то больше по психолога, да, психотерапевта, либо какого-то целителя, который биоэнергета, который там работает именно больше как биоэнергет, правит вас. Хотя я это тоже могу, но вот у меня, скажем так, я, например, предпочитаю больше, чтобы человек работал над собой сам, а я просто как бы там показываю, помогаю. Ну, для каждого есть свой специалист, а сейчас желательно как бы иметь различные варианты и взгляды, да, то есть вы проконсультировались у одного, и у другого, и у третьего, и вот с разных сторон у вас будет, наверное, все-таки более интересная картина. Итак, вакансия была по каналу YouTube и соцсетям продвижения. Вторая – это вот программист.
Ну и вообще, если вы вот в нашей теме, да, и что-то вы умеете, чем-то вы интересуетесь, там, графикой, либо умеете организовывать какие-то семинары, веб-семинары, расскажите об этом и да, предлагайте сотрудничество с вами как с предпринимателем, неважно, оформлены вы или нет. Да, я вообще стараюсь всегда работаю с людьми, чтобы они были относительно самостоятельны. У меня нет вообще наемных служащих, да, я никакой там не грозный начальник, хотя, ну, иногда могу выйти из себя все-таки. Вот, но со всеми, с кем я работаю, все работают сдельно, и все как бы сами самостоятельны, у каждого свое поле работы, и нет никаких начальников, нет никаких подчиненных, в принципе, все то, о чем, кстати, рассказывала Валентина Когут, что от пирамидальной системы мы переходим к системе матрешки. Просто, скажем, в своем проекте я духовно его прикрываю, да, и даю какие-то векторы развития, но в чем-то меня прикрывают в технических вопросах там мои коллеги. Так что давайте вот сотрудничать взаимовыгодно и интересно, чтобы вы были, по сути, Бог в том, что вы делаете, а не раб Божий, да? И, ну вот, собаки на это отреагировали, потому что, конечно, вот все-таки, особенно, видите, я педалировал так тему, что хватит уже быть рабом. И давайте именно призываю я к кооперации. Жду ваши предложения, чтобы они были, ну, все-таки достаточно серьезные, потому что у нас уже есть опыт, вот у нас кое-кто там, ну, вроде уже начал работать, ну, куда-то вот делся, да. Как бы так, чтобы вы не пропадали. Это, конечно же, все оплатно. То есть, безусловно, здесь все построено на том, что вы должны быть довольны каждой минутой, которую вы потом потратили на вот это взаимовыгодное сотрудничество. Но здесь, опять же, я хочу предупредить, это должно быть вам интересно, вы вот реально увлечены этой темой, и как бы, ну, иначе как бы вообще не имеет смысла в чем-то участвовать, то, что вам не по душе. Вы можете писать как напрямую на сайте, обратиться к менеджеру, либо вот под этим роликом, ну, можете в нескольких местах, да, оставить ваше, как бы, ваше предложение. Андрей Широков, клуб «Продавцы-лидеры». До скорых встреч!